Всем огромный привет! В этом видео приготовим малосольную горбушу в домашних условиях. Рыбка по этому рецепту получается очень вкусная, нежная, а время засаливания всего лишь 15 минут. Приготовим рассол. В миску насыпаем 100 грамм крупной соли, это 4 столовые ложки, и 25 грамм сахара, это 1 столовая ложка. Заливаем 1 литром кипятка и хорошо перемешиваем. Я уже подготовила филе горбуши, очистила от кожи и косточек, у меня получилось ровно 500 грамм. Нарезаем рыбку ломтиками толщиной 5-8 миллиметров. Рассол остужаем до комнатной температуры и помещаем в него всю нарезанную рыбу. Кусочки слегка перемешиваем, чтобы рыба лучше распределилась в рассоле, и оставляем на 15 минут. Если вы любите очень малосольную рыбу, то пробовать ее стоит уже через 10 минут. Если же любите посолонее, можно держать ее подольше. На мой взгляд, 15 минут – это идеальное время засаливания. Далее откидываем рыбу на дуршлаг, даем жидкости стечь, либо можно воспользоваться бумажным полотенцем просушить рыбку. После этого просто раскладываем в лоток, либо на тарелку, и можно пробовать. Можно есть такую рыбу на бутербродах, добавлять в суши, куда вам угодно. При желании можно смазать рыбку растительным маслом, так она будет еще аппетитнее, но я мазать рыбу маслом не стала, мне она и так очень нравится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Желаю вам приятного аппетита, готовьте с удовольствием и будьте здоровы! До новых встреч! Пока-пока!